Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Resident Evil Remake за Джилл. Так, не забываем, кстати, ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Кстати, видали, какой костюмчик у меня теперь? Я решил просто сменить имидж нему. У меня просто тут была небольшая проблема, мне пришлось заменить кое-что, ну и вот. Поэтому я и заменил костюмчик. Так. Сейчас мы готовимся к битве. Чуть мне трав-то так мало. Чуть раньше нужно мне их много. Эй, что-то я какой-то это... Бомжую? Ребят, что-то сегодня я бомжую. Что у меня... Подыщ патронов больше нет? Какой-то я бомжеватый, мне кажется, да? Ну, на всякий пожарный. А что? Не. Не надо. Мы еще... А, блядь, конечно, мы вручную пойдем. Ну, пойдемте к нашему Снейку. Где там наша змейка? Заждалась, блядь, сука, меня, наверное. Сучья вымя, сучья мать. Это уже дюк, блин. Королева, сучья мать. Так, бля. Бежим. Блять, бежим, Джилл. Блин, что ты уперлась в стенку? Сука. Джилл любит упираться в стены. Та-дам. О, у меня ж тут ляпки есть. Все, заебись. Заебцо. Оп, задрится, оп, цо-цо. Ухватили за яйцо. Кого-то. Короче, МТС везде. Он на всех отпадает. Если вы не поняли, при чем здесь МТС, то я про яйцо. Это коллеги однояйцевые. Я просто это тоже. Был один из них. У меня даже где-то бэджик еще остался. Что я один из коллег однояйцевых. Да, блядь, мы используем. Больше не нужен, да, выкинуть его нахер. Та-да, мы нашли патроны для дробаша, которого у нас нету пока. Та-та-там, блядь, какая змейка-то, блядь. По сравнению с оригиналом-то вы видите, блядь. Различия змейки-то. Время расплаты. Блять, она не успела кинуть, сука. Короче, пускай пока этот чувак разбирается с ней. Ну, можно сразу же забрать эту. Супер, я никогда так не делал. Ладно. Сейчас змею валил. Иди нахер, змея. Давай-ка, блядь, попытаемся съебаться. Че, блядь, мы еще смогли уйти? Я, блядь, в это не верю. И че, я сейчас и он выживет? Нет! Я, походу, дела, он не выживет. Короче, Ричарда сейчас должна была сожрать змея. А вот что, с дробовиком сожрало, что ли? Сука, я дробовик не получу теперь. Который у Ричарда. Это обидно.
Я хочу дробовик. У него крутой, потому что дробовик. Получше нашего. Я просто не знал, что так можно сделать. Оказывается, можно. Я же просто решил поэкспериментировать, блядь. Вот такой из меня экспериментатор. Так, блядь. Мы сейчас геройствовать нахер пойдем. Там же травки есть, вот мы еще такую еще одну возьмем. Все, бля. Герои. Сука, мы вообще герои. Да. Сука, я в себя не верю. Нет, я все верю, блядь, я все верю, очень верю, сука. Я не проебу. Ну что я знаю, что, блядь, можно и съебаться. Это Ричарда. Сожрут, и от него не останется дробовика. Где там эта королева сучья мать? Пойдемте опять ее докапывать. Я иду к тебе, я иду к тебе. Да, кстати, тут Андрей опять написал в комментах, почему не рассказал про комнату, блядь, в которой этот, сука, задвигаешь эти статуи. А, не статуи, но рыцари этих. Там, короче, ребят, газ пускается ядовитый. Как и в оригинале. Короче, будет невкусно. Джилл это не нравится, она любит травку курить. А не газа нюхать. А, лучше ляпку задолбит и... подлечилась. Вообще, если упоротую ляпку, красную и зеленую, все, пиздец, вообще нахер. Термоядерная штучка. Ну вылазь. Пропустим. Сука, что, нельзя пропустить? Блять, я хочу пропустить. Сука, почему вставки нельзя пропускать? О, это можно. Сука, она успевает меня упустить все равно. Пизда, блядь. Сука, возьму. Ричард пока там постреляется. Эт, блядь! Пизда, сука, успел еще меня упустить. Ричард, давай. Ричард. Пошли нахер. Во. Спасибо. Ну все, тебе пизда пришла. Че думаешь, самая крутая, что ли? Че, все, что ли? Че-то как-то быстро сыканула она. А, ну да, тут-то быстро она, потому что... Это тогда она была с Ричардом вместе бить. Ну, мы патрон сэкономили. Вот у нас крутой дробаш есть, смотрите. Такая штука у нас есть теперь, бля. Штурмовой дробовик. Стреляет дробью 12 калибра. Изготовлен по заказу Старс. А еще это любимый дробовик Ричарда. Теперь у нас есть, блядь, штука. Сейчас интересно, Борька за нами придет или нет? Или нам сами придется добираться? Я отравлена. Мне нужна сыворотка. Борька за нами не придет, блядь. Супостат. А может, у нас хп много? Сука. А, может, желтый пульс или красный вообще?
Завтра не я сюда бабурке пришел. О, блядь. Какого хера ты тут нарисовался? Нарисовываются тут всякие. Борис нас кинул. Who is Борис? Васька кидала, Борька кидала. Ну, Борька еще потом. Ладно. Спойлерить не буду. Там мне опять тут на стену. Распиленькается. Он говорит, а, спойлеришь, спойлеришь. Хули ты спойлеришь? За что такой гаденыш? Лучше бы не спойлерил бы, от меня бы отпойлерил. Блять, ребят, я вообще что-то угораю. Не представляю, если она сейчас будет видео смотреть, как ее на ха-ха уберет. Ну, хотя на ха-ха-то ее уберет, но она сама понимать будет, чего. Что я правду говорю. Давай, Джилл, бежим, Джилл. Блять, что нас там содраем? Блять, нас заебись содраем. Сука, нам пиздец заебись. Блять, да ты что ты? Ебучий компот. Трахтенберг, тебе в кадычок. Пардон, нельзя про покойника говорить плохое, да. Серум. Бухаем серу. Опа-на, блять, все заебится. Все, блядь, у меня все маски. Так, надо, блядь, идти к Фантомасу. Берем старый алдечный дробовик, который уже нам захер не нужен будет. Это мы тоже выкладываем, да? Это мой пигаль. Пигаль мой. Все маски не выйдут. Ничего, мы их засунем сейчас. Мы же крутаны, бля. Ща, бля, пойдем. Мы крутаны. Мы не слушаем Жигана. Нахера она вся эта лабутень. Мы лучше присядку попляшем целый день. Ла-л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 а. Я пойду здесь. Ла-л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 а. Пам-пам-пам. Что теперь еще и это? О! Мы же здесь еще траву можем жрануть, чтобы подлечиться. Ну вот, как раз на дно. Все, у нас все рано вообще нахуй вылечились. Вжухна. Мы ее открыли, даже до этого не открывали, бля. А, ну да, сюда не ходил. Ну, не передал, ребят, вы еще увидели локацию. Тарам, тарам, та-та-там, тара-та-та. Чем теперь Рокин за хаос понял, сгорилось, блин. Чё-то, блядь, сегодня меня штырит. Кофе, видать, с травкой. Который водится только в горах Аркланда. А потом она распросана будет по всему Ракам Сити. А потом и в других частях, везде трава, короче, есть. А, нам надо маски вставить, точно. Давайте будем тыкать. Я не хочу читать, какая из них тут маска подходит. Блять, не карту открываем, сука, мы вот открываем. А, блять, сразу же попал. Нет, блять. А?
Теперь мы знаем, откуда в третьей части фильма выглядят бегающие, царапающиеся зомбаки. Это Crimson Head. Что в фильме нам ни хрена об этом не говорили. Ну, что это тут? Там патроны для дробовика лежат. Блин, что ты на него пошла смотреть? Ух, пыхтелыч. Да ты заебал. Да ты в натуре заебаешь. Долго берешь патроны. Че, такой еще не сдох? Все сдох, скажи. Патроны брать не будем. О, заряжать конкретный дробовик. Нам лучше дробовик нахрен не нужен. Фу. Крутой Crimson Head был. Прокачанный. Залежалый. Я не тут пошел. Не надо было тут идти. Не надо. Надо выйти. Что нам все, блядь, обходить? У меня же здесь все открыто уже. Так что все вообще чики-брики и далки. Хе-хе-хе, шуганула. Люблю не тогда так. Паром попугать. Пойдемте, наверное, сохранимся все-таки. Ты нам больше не нужен. Да, бля. Засеемся. А гребень тоже надо взять. Хоть он здесь и один, но потом, ребята, вы узнаете, почему он, блядь, один тут нахрен. Почему он такой одинокий. Белеет мой. Чё, ручка пытался разорвать? Все равно давайте, да. И вот-вот, она на следующий раз должна сломаться. А мне сейчас уже сюда не надо. Все равно Борки ее должен будет починить. Когда мы обратно вернемся. Ой, опять спойлернул. Сейчас мне чувствую на стену. Бдрж, подзатыльник такой. На мне в харю. Такая свертуха, она так. Жух, подлетела. Бдрж, на. Нате, с разворота в табло. Нехрен спойлерить. Сука.
Ебучие собаки. Красивые, слушайте, такие локации тут. Вот. Не надо забирать его сейчас. Сейчас он еще пускай здесь стоит. А, опять спойлерю, да? Я не спойлерю, его вы еще не знаете, куда в нем это его вставить. Это не показываю, это место. Блять, я опять все равно спойлернул. Сука. Сейчас чувствую еще раз с вертуханом. Джж, в харю мне. Я сейчас настенал там вообще, наверное, проклинает всего. Ах ты спойлерюга. Извращуга. Похотлюга. Спойлер, да спойлерит, он тут ходит. Сука, слово спойлер такое мне интересно. Это как сказать по-русски. Рассказываю то, что будет в будущем. Я сейчас я буду нажимать, чтобы собаку морду подвинуть. Так, блядь, правильно подвинул? Нет, блядь. Надо на В, наверное, чтобы она. Да, блядь. О, жопой все. Эти, короче, собаки с жопой. О, базар. Базар. Кто-нибудь, ответьте, приехал. Бэри? Чудовище! В цепях! Оружие! Бесполезно! Идите стороной! В лесу, что за особняком? Держите дальше! Бу-бу-бу, она, видишь, тут. Бэйри тоже спойлерит. Сука. Рассказывает то, что будет. Так, наверное, здесь надо на S или на I. Давайте на S, сука, вначале. Нет, сука, значит на И. Нет, блядь. Значит на Н. Вот так вот, да. Все, на Нортон, Вест, Вестерн, Нортон. Север-юг, короче. Ну, подожди, запад. Вестерн, запад ведь. Нортон, север. О, а тут, блядь, вообще лучше не бегать и не стрелять. Это вообще палево здесь. Заклюют, потому что нахер. Я вам, ребята, отвечаю. А, да, чего не забирает? Вот они, остальные гребни-то где, да? А теперь вот так еще надо сделать, блядь, его изучить. Что он здесь? Как-то ничего необычного, вот это вот. Опа-на! Теперь, блядь, другой также. Опа-на нахер! И последний. Да блин! Ебаная звезда. Да не использовать. Все, бля. Отмычка, кстати, выглядит как этот, бля. Ножик раскладной. Перочинный. Блять, а все сразу же ты не можешь поставить, как где-то было? Не помню где.
Обана, у нас появился. Магнум. Ну, как бы кольт. Система Магнум. Питон, по-моему, называется правильно. Револьвер Магнум. Заряжен патроном 357 калибра. Это как? А, бежим, бежим. Заебали мне эти вороны. Воронье поганое. Блять, вы тоже слышали этот звук, да? Тут ходит. Где тут, блядь, сокращение? Я помню, где-то, сука, сокращение есть. Блять, 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 блять. Я не хочу все бегать. Ёбань, ёбань, ёбань. Ох, 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 здесь, да? Да как нет-то? Жил, блин. Почему мы с тобой блуждаем нахер? Во. Я нашел его. Чтоб не обходить лес. Травка — это хорошо. Травка — это good. Травка всегда мега good. Да, блять. Все, короче, от настенов заразился тут. Крутиться, вертеться. Карта халупы. Ну, мы не будем брать карту халуп. Че, блин? Похоже, этим давно никто не пользовался. Тут секса не делают. Так, ладно. Вот мы взяли рукоять. Всем стоять. У меня есть рукоять. Вот к нам кто-то в гости пришел. Кто же к нам в гости пришел? Не еблысь. Джилл упала. Какой, я не поняла, что это было. Что это нахуй? Это лис как нам заглянула. Биться с ней не буду. Ребят, сразу скажу, это бесполезно. Ее не завалить. Будет одновременно пристанавливаться, но, блять, ее не завалить этим. Блять, на поебучки мне. Просто съебаться от нее. Поебучки нам не знатно зарядила. Так только, блядь. Ее преслинг надо, по любасу. Я отвечаю на этом, всех вырубить нахер. Вот, сука, покоцала меня чутка. Поебучки-то нормально. Въехала мне. Бежим нахер отсюда. Ну, блядь, еще и ты тут. Так, блядь, бежим, бежим. Нам надо до сторожки добраться. До будки охотника, или как у нас, сука, называлось? Домик охотник. Короче... Еще к одному домику. Я думал, тут зомбаки сейчас будут. Тут ворон не сбил, так они и остались. Тупые создания.
Да, ребят, это я играю на максималках, все выставлено. Андрей опять, если что. Видишь, никаких тормозов и лагов нету. Я же тебе говорю, если захочешь, я тебе скину потом. Этот мод на... чтобы это, фризов не было. Чего полезного тут-то не валяется? Нет, тут, сука, ничего нет. Открываем засовы. Это Брэд. Нет, это Брэд. Если вы меня слышите, подайте мне знак. Хоть что-нибудь. Брэд, это Джилл. Ты меня слышишь? Черт, она сломана. Сука, я крут. Трех собак так уделал. Бля. Я в себя даже так не верил. Может, какая-то кинется на меня. Куснет. Либо с ног собьет. Ну, с ног собьет, тогда и пиздец настанет. Джилл ей воткнет клинок. Врага ей. Че, тут красной травки-то нету? Ну да, 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 блядь. Я все время путаю с оригиналом. Ремейк. Да, и музыка, как вы слышите, тоже здесь собаки воют. Это только в оригинале так. В ремейке такого не будет. Я же говорил, что я музыку все равно все перелопатил. Поставил сюда из Реза 96-го года всю музыку. Ну, мы его слышим, слышим. Блять, вдалеке. Да, сука. Здесь надо будет спускаться. А в оригинале бы она спрыгнула бы. Че тут, блядь, не спрыгнуть-то? Нет, блядь, сыкует. Короче, ребят... О, тут, кстати, змей тоже нет. Они в другом месте будут. Ребят, у кого будет фризить... Рез. Можете написать в комментах, я в следующем просто видео, или просто когда вы напишите, я увижу, я смогу скинуть вам ссылочку. Патчик один. Здесь проще пешком пройти, чем с воронами биться. Сука, нет. Ах ты, сука. Ебучее воронье. Суки. Блять, ебучие вороны. Не люблю я ворон. Я всех угоношу. Сука, покосали опять меня. О, ляпка. Травка лежит. Хорошо. Какое-то существо плавает в воде. Сука, где? Я не вижу там существа никакого. Ребят, вы тоже не видите? Я вот не вижу, блядь. Ну, Джилл видит, какое-то существо там плавает. Здесь, как вы помните, должны быть в оригинале собаки. Не буду я такую крутую травку делать синюю, зеленую, красную.
Нет, сейчас, блядь, змеи посыпятся, блядь. Они змеи-то, блядь, где были, да? Блядь, обожают классическую музыку из оригинального реза. Спрей с пестицидом для растений, похоже, он пуст. Закрыт на двери, офис 001. Ну да, тут ключи нужны опять. Родимая комната сохранения, блядь. Это я хотел взять. Вот это я хотел взять. Лент у меня хватает. Керосинка. Керосинчик. Но мы его тут юзать не будем. Он тут не так важен. Так, с этого мы выложим. Так. Там тоже сейчас не надо. Если я поняю, пойму. Угу. Угу. Ну, пистолет тоже можно пока выложить. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 1987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Let's rock!